Мой старый цирк, моя любовь, мой старый цирк, бульвар Цветной. Слова великого артиста Юрия Никулина. Конечно, мы не на Цветном, а на Кисловодском бульваре. Место встречи – Кисловодский цирк, которому 50 лет. И всех радушно встречает вот такой чудесный слон и дарит всем свой счастливый билет. У каждого зрителя в руках счастливый билет, и все мы отправляемся в удивительное путешествие, каждый за своей мечтой. И вот мы попали в святую святых цирка, за кулисы. Так, и кто же здесь находится? Вот они, наши красавицы, две слонихи, которые приехали к нам из Индии. Так, вот так они нас приветствуют. Привет, привет! Скоро их выход на сцену. А напротив ждут своего выхода тигры. Привет, усатые, полосатые. Вы уже готовы к выступлению? Я думаю, что вы готовы. И вот нас радушно встречают обаятельные артистки. Индийские слонихи Рани и Карла. И кто скажет, что эти милашки неуклюжие? Наоборот, они точно выполняют команду наставников и улыбаются публике. Животные, которые весят более 3 тонн, кружатся в вальсе. И делают стойку на передних ногах. В мире немного дрессировщиков слонов. Как правило, это потомственная профессия. И знаменитая цирковая итальянская семья Тони – дрессировщики в 5-м поколении. Давио Тони признается, что вырос вместе со слонихами, потому что в их семье с ними работают более 40 лет. Еще один зрелищный аттракцион – дрессированные тигры. 6 хищников четко выполняют команды. Среди полосатых артистов возник роман. И теперь Ромео и Джульетта – семья. Хотя они и хищники, но предпочитают итальянские блюда. Анимали piace molto la pasta, i spaghetti. Животным очень нравятся спагетти и вообще вся паста. E questo li rende molto più docili. Это делает их гораздо более управляемыми. Артисты представляют на арене цирка симбиоз дрессуры и высококлассных трюков. Аттракционы с экзотическими животными сменяют на манеже друг друга, чередуясь со зрелищными воздушными номерами. Невероятно сложные трюки заставляют зал глубоко вздохнуть и потом восторженно выдохнуть, ведь под куполом артисты мирового масштаба. Воздушная гимнастка Александра Тарус поднимается под купол цирка на собственных волосах. Здесь вы окунетесь и в захватывающий мир иллюзий. И зритель не может найти объяснения, как, и в глазах впечатления и удивления. Потому что цирк – это волшебство, и все мы участники этого действа. А этот номер настраивает зрителей на лирический лад и переносит во времена балов и дуэлей. Эквилибристы на першах выполняют сложные трюки на огромной высоте. Здесь не только бравые гусары, но и хрупкая барышня. И такие трюки на сегодняшний день не исполняет никто. Это перелет с перша на перш. Аналогов сегодня нету. Это двойной баланс, когда вот 3 человека. Один стоит перш, потом еще человек стоит перш, и еще человек там стойку делает. Ну и, в принципе, все трюки, да. Появление флага российского, если вы заметили, это чисто наша вот патриотическая такая вот история. Вот. В шоу «Счастливый билет» сплетение разных жанров циркового искусства. Особая роль в программе отводится удивительным животным. На манеже – сафари-шоу под руководством Ивана де Форша. Животные были собраны с 5 континентов – Евразии, Африки, Австралии, а также Северной и Южной Америки. Гигантские питоны, игривые пони, величественные верблюды, лошади, бизон и шустрые страусы. В прыжке выходят кенгуру. Очень милое зрелище – бокс с кенгуру. Иван в спарринге проигрывает, но потом нежные объятия. Каждое животное обладает своим характером. Любовь, она творит чудеса, и они прекрасно владеют друг с другом и слушаются меня. Покорил публику и силач Фахриддин Ахназаров. Самый сильный человек Азии и России, занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Он ладонью забивает гвоздь в доску. С помощью зубов сдвигает с места автомобиль, и потом он его переезжает. Это здоровый страх, да, когда есть что-то. Но это моя работа. Я знаю плюс-минусы. Я знаю, на что иду. В случае чего, как я буду себя вести. Поэтому нет такой. Был бы страх, не получилось бы ничего. Фейерверк эмоций и ярких реприз от питерского дуэта клоунов «Ребята с Лиговки». На представлении можно не только любоваться забавными животными, но и даже покормить их. У каждого есть шанс выиграть сертификат. И вот они, счастливчики – Алан Валиев и Ангелина Григорян. Слонихи были в восторге от поклонников и угощений. Благодарность артистам, конечно, овации. А их на премьере было предостаточно. Все же аншлаг. Давайте все вместе поблагодарим артистов за великолепное мастерство и за ту радость, которую они дарят вам, зрители. И пожелаем им, как принято на Кавказе, здоровья, творческого долголетия, полных залов и горячих аплодисментов! Дрессировщик и силач, и вообще все было супер. Спасибо всем. Очень круто. Очень прекрасная программа. Мне понравилось особенно номер с тиграми, потому что это опасные звери, хищники. Вот даже нет слов, как это выполнил дрессировщик. И еще мне понравился трюк, когда этого дядю приезжали машину. Еще мне понравился трюк, где дядя прыгал в кольцо с ножами. Мне очень понравился цирк. Я не ожидала, что будет так ярко, красочно. А мне понравилось больше всех это слоны. Тигры мне понравились, как там делали гимнастику. Очень классная программа! Приходите все в цирк! Сказочное цирковое шоу, которое объединяет страны и континенты, не заканчивается. Счастливый билет ждет вас до 9 июля. Дорогие друзья! Приходите в Кисловодский цирк. Я обещаю, будет очень интересно. У нас программа «Сказка». Счастливый билет итальянского цирка. Нигде больше такого не увидите. Все, бай-бай. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия из Кисловодска.